Исполнение регионального бюджета за прошлый год обсудили сегодня региональные депутаты на парламентских слушаниях. Впервые за много лет бюджет исполнен с профицитом больше 3 миллиардов рублей. Самый большой вклад в областную казну внесли налоги на прибыль, доходы физических лиц, имущество организаций и акцизы. На этот раз налог на прибыль превзошел НДФЛ на 200 миллионов, 18,6 миллиардов мы получили за налог на прибыль, отличились наши предприятия, значит, машиностроение Северодвинское, целлюлозно-бумажные комбинаты, алмазники, банки. Вот это хороший плюс. У нас группа компаний ОЛК реализует инвестпроект на 28 миллиардов рублей. Совершенно недавно в Шенгерском районе у нас открылось новое предприятие по производству пеллет. Соответственно, у нас налоги от лесопромышленного комплекса постоянно увеличиваются. Значительная часть региональных средств пошла на образование и здравоохранение. В совокупности это чуть более 40 миллиардов. Комитет отмечает необходимость увеличения расходов на решение вопросов приобретения и замены оборудования во всех сферах, но прежде всего в системе здравоохранения, лечебно-диагностического, проведения реконструкции и капитальных ремонтов объектов социальной сферы. Проект областного закона об исполнении областного бюджета за 2018 год народные избранники будут принимать на сессии. Она пройдет 26 июня.